Команда Лидских электрических сетей одержала победу в соревнованиях по волейболу среди мужских команд, которые проводились в рамках 16-й районной рабочей спартакиады среди организаций Лидского района. В финальной игре энергетики встречались с представителями районного отдела по чрезвычайным ситуациям и взяли над ними верх. Мы не первый год, так сказать, играем на этом турнире и всегда были фаворитами. Раньше нам составляло соперничество команда ТЭЦ, но как-то в этом году у них не вышло, и особо сложностей не составило нам. МЧС тоже, они не первый год играем, в принципе, новых людей особо там нету, и мы знали, на что рассчитывать. Соревнования по волейболу стартовали 24 октября. Участие в них приняли 12 команд. Они играли в 4 подгруппах. Сильнейшие в каждой, а это были команды жилищно-коммунального хозяйства, управления образования, районного отдела по чрезвычайным ситуациям и Лидских электрических сетей, встретились в финале и боролись за победу. Места распределились следующим образом. Лидские электрические сети заняли первое место. Второе место у нас было Министерство чрезвычайных ситуаций. И в упорнейшей борьбе третье место заняла команда управления образования. Изначально фаворитом этих игр являлась команда «Лидские электрические сети». В программе районной рабочей спартакиады среди организаций Лидского района 7 видов. Уже прошли соревнования по волейболу среди женских и мужских команд и по мини-футболу среди мужчин. Впереди участников соревнования по стритболу среди мужчин, настольному теннису, гиревому спорту, плаванию и государственному физкультурно-оздоровительному комплексу.